Всем привет! Разносила я полностью аромат Edge от Нишане. И вы знаете, я уже говорила, что я нахожусь в полном восторге. Конечно же, название у нас отсылает нас к Эгейскому морю и со всеми ассоциациями вообще, которые могут возникнуть вот в связи с морем, с отдыхом и вот с побережьем. Поэтому это у нас акватика. Акватика превосходная. Я уже говорила, что я находилась последнее время в поисках красивой, дорого звучащей акватики. И вот, наконец-то, мои поиски были вознаграждены. И на какое-то время, я думаю, что я остановлюсь в этих поисках. И вот этот аромат поставлю на пьедестал как лучший в своем направлении. Вообще у нас вышло весной два аромата, это две новиночки от Нишане. Нанше мы с вами распивали, но, по моему мнению, все-таки ему нужна более прохладная погода, он превосходный, я думаю, что осенью мы с вами повторим. А вот этот аромат, конечно же, абсолютное лето, ему нужна жара, желательно, конечно, ему нужно море, но и в городе он ведет себя превосходно. Вообще, кто давно со мной и знает меня, вы знаете, что я очень люблю бренд Нишане. У них потрясающие работы, замечательная стойкость. Везде у нас практически во всей линейке концентрация экстракт де парфюм, то есть высокое качество компонентов и высокая концентрация душистых веществ. Поэтому ароматы глубокие, хорошие сборки, прекрасно они играют, замечательно звучат и раскрываются. Ну и вот этот аромат не стал исключением, чему я очень-очень рада. То есть бренд не разочаровал. Про что у нас аромат? Аромат у нас про такую солнечную свежесть цитрусов, про прохладу листьев фиалки, про фруктовую сладость аниса и яркую насыщенную зелень, дополненную душистой древесиной. Очень красиво, очень много ассоциаций вызывает этот аромат. Вот у меня, например, такое лазурное небо, которое вот прям отражает цвет флакона. Вот идеально цвет подобран. Солноватый морской бриз. Воздух, наполненный вот этим душистым разнотравием и сливочным ароматом диких цветов. Прохладный ветерок и спокойствие. Вот знаете, аромат такой свежий, бодрящий и энергичный, но при этом в нем есть что-то такое умиротворяющее, когда вот ты действительно находишься на отдыхе, когда ты можешь наслаждаться морем. Я очень люблю смотреть на море, на закаты, и вот этот аромат, он меня отсылает туда и полностью отражает вот где-то внутри эту картинку, вызывает такие щемящие чувства. Вот полный восторг, очень приятно. Хотите со мной тоже в маленькое путешествие по Эгейскому морю? Добро пожаловать! На сайт у нас аромат добавлен, и более подробный пост будет, конечно же, на странице. Всем отличного настроения! Пока-пока!